А сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену ансамбль «Каскад». Несмотря на то, что песня «Уходим», которую ребята исполнили в предыдущем туре конкурса, повторялась в передаче «Взгляд», «Международная панорама», телезрители снова хотят ее услышать. Итак, ансамбль «Каскад», художественный руководитель и автор песни Александр Халилов. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, парки, день. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога нас, кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, банки дней. В чем наша боль и наша слава? Чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матерей? Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, банки, день. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких оставили друзей? Друг, спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, банки дней. Что мы имели, что отдали? Надежды наши и печали. Как уживутся средь людей? Биографии наши полдюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких оставили друзей? Мы уходим с Востока.